Обожаю фигуристое катание, все эти подкаты, тройнички. Сразу юность вспоминаю. Так давно здесь не была. А тут все как было, пока меня не было. Те же вон эти, те тоже те же. Да у меня маленькая ножка. А 34-й есть у вас? Сейчас. Что-то, походу, маломерки. Может, возьми тогда 42? Шнуруй, пожалуйста. Знаешь, вернуться на лед для меня это как, не знаю, ну, суп. Так приятно внутри. У меня все детство коньки были дома. Я такие крутила вензелябры. Что-то я устал. Что-то они не тормозят, в отличие от тебя. Сейчас я раскачусь. Смотри, как я уже разогналась. А ты чё не ушел? Все, я, кажется, вспомнила. Поснимай для сторис. Придурочный? А если мне кто-нибудь пальцы отрежет? Не подумал? Сделаешь мне поддержку? Скажи, что я молодец. Мне жарко. Всему виной тройной тулупец. А я похожа на профессиональную фигурантку? А на какую? На Женю Медведеву? Покатай меня за ручку. Куда так быстро? Да ты достал. Остановись. Нас сейчас центробежная убьет обоих. Нет! Я же сказала, блин, не быстро. Понимаешь, как я поверчусь? Снял? Ты куда смотришь-то, не понял? Че, офигел? Ну, она надоела тут крутить, слушай. Меня из-за нее укачивает. Че, придурочная? Не умеешь кататься на коньках? Так учись. Сначала. А ты не видишь, куда она едет, что ли? У меня сейчас из-за тебя потрясение мозга выскочит. Она меня бесит. У нее кофта, как у меня. Кто? Женя Медведева? Олимпийка, которая? Дорогая, прости, что ты меня не заметила. Вот, кофта топ, хочу сказать. Ну и вообще, ты просто лучше. Ты лучше, ты именно лучше. Иди сюда, соскучилась. Такая молодец. Принеси глинтвейн пока. Абажамба. Счастье, здоровье. Спасибо. Главное, спасибо. Благополучие. Спасибо. Ну, давай, обнялась. Давай, спасибо. Звони, не забывай. Можешь проводить тебя? Давай до дома. Можешь проводить?